Вновь сюжете к вам привет. Начинаем с виномелет. Что ж у нас такое? Продолжение. Ох ты, ничего себе! Не ожидал. Тут в новой части новая локация. Ну, вернее, смотрите-ка, новый цвет. Наверное, у нас опять свиной дизайн, который выглядит подозрительно. Ну, опять как-то... И опять механик, заметьте. Все, комплит. Я даже буду специально буду проходить, потому что меня подозревают, что у меня кончится сейчас зарядка и все закончится. Вы видите свинь... морда свиньи на луне. На луне морда свиньи. Видите, видите, видите это? Хрень какая. Это, видимо, уже вечернее путешествие свинок. Ха. И там лава. О, вот это хотя бы новое что-то. Смотрите, лава, которая все тонет. Круто, оно даже сделано так, что оно тонет. Вот это мне нравится. Там что-то еще горит в лаве. Заметьте, что лава была в Angry Birds Star Wars 2. На планете, которая называется... Как? Забыл, да? Не правда ли? Я забыл, как называется планета. О, можно так делать было. Пха. Они пытаются жарить, но сами падут туда, в лаву. Вот так. Если жалко свинок. Но нет, не жалко. О, нет! Он утонул в лаве. Вы это заметили? Не за хрень, но... Даже сделаю вот так. Ну что, еще новое? Вот теперь вот мне нравится уже. Нет, все, лава кончилась, якобы все. Ну как же так-то? С какой стороны мне нужно атаковать? Снизу, да? Это что за верблюд? Это гитара якобы. Это верблюд. Пусть это будет верблюдом. Свинки глупые под тяжестью своих... Своих, шариков они падают. Ну, не, видите, держали кольца, кольца. Ать, неудачник немножко. Сейчас получится, да? Цепь ломается ведь? Есть. Это бубны. Свиные. Особые. Сломается ли эта штука? О, тут специально сделана штука, чтобы попасть правильно. Сколько же это звезд будет? Я подожду, пока сломается. Каменьшок, бабах, сломалось. И... Внимание, падает очков. Две звезды, фиг вам, а не три. Видимо, опять как-то ошибся. О, и тут лава. Ох ты, ничего. Интересно, смотрите. Он... У него палка... Вы видите? Вы видите это? Что ж. Ладно, я понял, что это не так делать. Это... Или так. Ведь это рычажок. Надо давать на него, чтобы все случилось, да? Или что это? Нужно найти рычажок, да, какой-то? Или там золотое яйцо, слушайте. Там вроде бы золотое яйцо находится. Я точно не уверен, но... А, там кнопочка, смотрите-ка. Нужно нажать на... Вот, вижу. Детонатор. Совместный, совокупность. Сейчас будет... Это катапульта, да не уж ты ли. Смотрите, как круто сделали, прям в лаву падает. Жестоко, но, конечно, интересно. Видимо, там золотое яйцо, но я его соберу потом. Ну, я не то, что не вроде бы, а я не уверен. Вернее, не очень-то и уверен. Зато уровень пройден. Пуф. Давайте я попробую прямо сейчас собрать, по-быстрому. Это будет вообще легко. Я просто обычно туда яйцо или как-нибудь взорву, да? С отскоком. Или там нельзя собрать. Ну, в любом случае, я посмотрю это потом. Пятый уровень. 2-5, да? Вот, теперь мне нравится, смотрите-ка. Я в прошлой серии жаловался, да? Mm-hmm.
Как меня радуют эти поросятки, которые падают в лаву. Это жестоко, но ладно. Какая разница, да? Легок, да быстро. Опять какие-то выражения. Ух ты ж, ничего себе, смотрите, это же... Это что за фигня? Это гигантский лук или что это? Это якобы... Что это вы хотели подразумевать под этим? Смотрите, я, кажется, подозреваю... А, нет. Смотрите, там динамит, на нем шарик, и на нем ананас. Дизайнеры уровней, конечно, странные люди. Может, они свинки просто. Потому что здесь все нормально. Ох, нифига себе! Смотрите! Свинья сзади! Я только сейчас ее заметил! Куда? Куда? Что за хрень здесь происходит? Вы можете мне сказать? Возможно, я прошел уровень не на 3 звезды, но я как-то криво прошел. Но какая разница? Я свинью на задней заметно. Мне нужно было сломать что-то там, и оно забудет это само. Я такая свинья сзади прям... Я даже ее бы не заметил, если бы не посмотрел туда. Не правда ли? Это что? А, это указатель якобы. Ну, видимо, если это указатель, то значит, там никакого золотого яйца не было. Здесь должно быть какое-то золотое яйцо, хотя бы одно. Даже два должно быть, потому что обычно так делают, провел. Сейчас будет половина пройдена, да? Даже уже половина. Это звуки свиней, они... Может, вот там что-то будет интересно. Смотрите, да, особенность этого, что есть гигантские блоки. Смотрите, гигантский камешек, вот этот деревянный камешек. Да, именно так. Деревянный шарик, вернее. Здесь полно гигантских блоков и лава. В каком-то смысле я ошибался, что здесь новых элементов нет. Достаточно удивительный трехзвёздочный эпизод. Извините за шуршание, если я там что-то... Но потусторонние звуки, конечно, случаются. Ведь сломаю один пропеллер, а нет, нужно сломать два. А, нет, все нормально. Какие-то... Это кто такие, рыбаки, что ли? Как же достать последнего? А, там еще под водой живет рыбак. Рыбак под водой живет. Он как подводный монстр, только рыбак. Погоди, как ему мне достать оттуда? Он там вечно был, да? Смотрите, подозреваю, там что-то должно быть вот там внизу, под водой. Гигантские блоки, серьезно! Это так круто выглядит. Мне это очень сильно нравится. Но ведь упадет оно, не упадет снова. То есть, значит, оно так работает. Магия. Почему оно не работало тогда в прошлый раз? О, камешка тонет. Он сейчас уничтожит свинью. Фиг вам. Во, камешек, вот он уничтожил свинью. Ну что ж за подстава, когда вот здесь уцелел порос. О. Надо просто затопить какой-нибудь камешек. А вот теперь, значит, оно падает. Хоть пропеллер я не сломал, да? О, все, готово. Прикольно сделано очень. Смотрите, это же свин, который был только в хэллоуинской части. В хэллоуинском, в третьем эпизоде, да? Если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Ну, в данный момент. Его здесь тоже засунули. Как вы знаете, уничтожение таких свиней обязательно, да? Они ходят по лаве. Смотрите, оно, главное, горит, еще сделано. Но частицы, конечно, неплохо делают. Удивительно случайности, но у меня получается. Мне кажется, огонь это вообще отдельный блок. Огонь это блок. Видите, здесь потухло. Или оно было таким. Три звезды неужто? Да, оно горело, но потухло. Интересно, это при каждом уровне вот такой вот, видите, вжу, приближение и отдаление. Если это при каждом, то это чудесно сделано. Смотрите, туземцы схватили в клетку и... А, они решили призвать духа злого. Но это не получается. Слушайте, там какая-то опять снизу фигня, видите?
Как вы не можете видеть, я вам указываю, вот тут внизу, снизу фигня. Это просто так, чтобы уничтожить свина. Чудесное, на самом деле, обновление. Мне теперь оно уже нравится. Поначалу не очень как-то, сейчас... Это прикольно. Поставлю... Сейчас на 9 из 10. Я, конечно... А теперь они в черепках. Ну, конечно, неплохо. В общем, я, конечно, не оцениваю. Я никогда ни в каком обновлении я никогда не оценил его. Ну, потому что обновление первое вышло, которое я впервые вижу. Да. Все те разы, когда вы видели, что я снимал тогда, я снимал, конечно, когда я знал. А сейчас нет, я специально при вас открыл, да? И так будет теперь всегда, видимо. Ну как же мне достать этих мертвых свиней? Почему мертвых? Ах, нет. Мне кажется, слышу звук баскетбольного мяча. Мне показалось, просто звук такой, как... В эпизодах был такой. Наверное, совсем правильно сделал. Совсем неправильно. Мало что правильно здесь я сказал, да? Нам нужно сейчас само все повалиться. О, камешек сейчас попадет по свинье, и все отлично будет, даже лучше, чем должно быть. Глупо. Ах, оно само может обвалиться, ну... Конечно, мне испортили. Чё испортили-то? Нет! Ну ладно. Финальные уровни. Последние два, а звезда... А золотое яйцо, если что, будет в другой серии. Который будет спикдейса, наверное. Ну, я посмотрю, как получится. Обязательно. Один эпизод не обходится без качающихся... Без качающихся каких-нибудь преград. Она прям сгорела там. Это было... Это было просто. И финальный уровень с королем. Или что? А-а-а! Никакого короля. Либо здесь какой-то хитрый секрет спрятан, который... Боглись, какой-то демон тонет. Ух ты, они утопили демона в лаве. Огненного демона утопили. Что ж. Ну, в общем, даже короля нет. Ну, видимо, это какой-то такой эпизод, который... Смотри, сколько подсветок. Видите, свет подсвечивает откуда-то. Это якобы демон уничтожается или что? Нет? Нет? Ну, нет, так нет. И какой-то сюжет мне подкрепит. Tropical Paradise, ты прошел этот эпизод, да ну. И, конечно же, сюжетик это... Они просто одолели. Как оригинально. Вот и все. Получите, если спрыгнет на 3 звезды. Теперь я хочу проверить. Возьмем какой-то старинный эпизод. Ах да, его уж нельзя играть с Мэтик. Или что? Но видите, чтобы открыть эпизоды, нужно подключиться к сети. Я специально отключил Wi-Fi. И, допустим, я открываю уровень. Да! При каждом уровне вот теперь такая заставка. Даже так прикольно выглядит. Что ж, золотое яйцо я не нашел, но, возможно, я найду его. И найдем, и его пройдем в следующих уровнях Peak Days. Кстати, Peak Days тоже закрыт от Wi-Fi. До новых встреч, наверное.